Всем привет, ребята! С вами я, Вова Миронов и каменный человек, да, смотрите. Я каменечек. Я так смотрю. Короче, мы сегодня с Никитом будем проходить Майнкрафт, но с одним вещью. Видели вы тогда-нибудь рубрику под названием 10 секунд, 1 минута, 5 минут? Видели вы когда-нибудь? Ты чего? Вардена изображаешь или что? Ну, короче, мы решили снять такую рубрику. Это была моя идея. Я буду вот здесь строить постройки, а вот нету там. Да. Вау, Стив. I am Стив. Вау, окей. В принципе, я думаю, нам можно начать. Да, начнем строительство. Да. Происходит взрыв. На монтаже сделаем. Вряд ли. Так, подготовка. Сначала берем блоки. Что мы будем строить? Мы будем строить хэллоуинский дом. Ну, не только дом, может. Просто постройки. Ну, да, просто постройки. А то дом это будет недолго. Ну, а построить и такие вопросы. Ну, связанные с хэллоуином. А, окей. Я уже взял именно тот и построил это связано с Луином. Сейчас. Мне нужно еще подготовиться некоторое время. Сейчас. Не уходите далеко. Да. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Жалко, что мы... Жалко, что троев нету в Майнкрафте. Редстон пыль подойдет для этого. По идее, да, но есть, кстати, дворя мод на троев. По-моему, еще в Java-версии. Java, и, по-моему, в Bedrock можно реализовать. Шипы это... еще были. Так. Ну, короче, я уже, в принципе... Хотя нет, я не готов. Сейчас. Ну, я просто предметы взял. Так, как ставить? Это типа... Кстати говоря, мне понадобится старый телефон, чтобы таймер включить. Извиняюсь. Часы. Таймер. 10. Ты взял предметы? Так, секунду, я костную муку возьму. Подсматривать, тогда мы делаем работы, нельзя, если что. Сейчас костную муку возьму. На, все, да вот. Где костная? А, вот костная мука. Посматривать нельзя, если что. Раз. А, все, начинаем. Так. А, ты уже готов? Да, давай. Так, посмотрю, не все. Раз, два, три, погнали. Это страшно. Все. Ну, я по крайней мере что-то умудрился сделать. Того первым проверять. Да, начнем с тебя. Окей, проверяй. Я что-то построил. Не знаю. Ну, похоже на призыв. Знаешь, я знаю, вот сейчас. Немножко виды. Ну ладно, торговая лавка. Допустим. Сейчас. Теперь моя очередь. Смотри. Вау. Да, больше я не смог. Это знаешь, тогда долим этот. Призываем долема ты это тыквенного хэллоуинства. А вообще знаешь, что еще бы хотел добавить сейчас, секунду? Центральный проход хотел добавить? Нет. Блин, почему не ставится? Ну ладно. Будет на полу. Ну ладно. Это были за 10 секунд. А вот сейчас будут уже интересные. За 1 минуту. Хотелось за 10 минут. Ладно. 1 минута. Готов? Нет еще. Ну, пойди, да. Так, я пока подготовлю, мне нужен таймер настроить на 1 минуту. Все, настроил. Теперь нужны чуть-чуть другие блоки. Так. Чтобы мне за минуту успеть. Кажется, я уже придумал. Так.
Так. В принципе, я готов. Я еще нет. А, забыл еще одну вещь сделать. Так, так, так. Чё. Быстрее. Блин, у меня мысль пропала, а уже появилась. Блоки что-то подготовлюсь. Я вот еще один блок, только вот. Где мне его найти? Я забыл по этой функции. Так, секунду, я проверю просто, как это работает. Окей, проверяй. Да, все идеально. Где это? Всё, удали. Где это? Кто? Дверь. Двери находятся в место, где-то сверху. И вообще-то они вот здесь, да. А, вот, блядь, не заметил. Все, спасибо. Ну ладно. Тат. Первую построю, что дверь убирать или тат? Можешь убирать. Я убрал, к примеру. Ну, вообще, да. Ютуберы тоже убирали. Правда, они убирали не ломанием, а топором деревянным, который в Java-версии работает, кстати говоря. Знаешь такое? Да, знаю. С помощью читов. Но это на быдрик не работает. А, обидно. Это еще долгое время занимало бы вдобавок. Начинаем. А, все, ты готов. Да. Ну, в принципе, я тоже. Сейчас, подожди, надо подготовить. Раз, два, три. Фонари. Так. Чёрт. Все проблемы? Да, некоторые. У меня тоже. Понимаю. Нет, не так. Господи. Да блин. Так. Ладно, это не обязательно. Последние штрихи. Все уже, все. Ну да, меня только могила получила за минуту. А этот провалился. Мертвяк. Все. Ну, в принципе, я что-то, не знаю, умудрился успеть. Ну, это дом наподобие. Я трэш не успел сделать. Да, вот я за минуту успел только это. У меня проблема с поршнями была. А, окей. Привет, зомби. Бра. Вообще, по плану, еще вот так должно быть. Но... Я дрим. Пам, блин. Тац. Я должен быть дримом. Пам-пам-пам. Да, блин. Паркур. Ты что делаешь? Паркур. Чего? А, сорян. Я паркур хотел сделать. Ну ладно. Ломаю себя. Ладно, это у нас было построено за одну минуту. А вот сейчас... 5 минут. Готов, Нехит? Нет. Я тоже. У меня тут надо убирать дом. Долго-то его убирать. А после 5 минут я вообще буду долго убираться. Ну за что? Бра. What the fuck? Так. Это оставляем, это убираем. Это берем так.
Настроить 5 минут. Все, настрой. Сейчас мне прикрутить его. Так. Еще где это? Где? Так, нет, вот. Так. Я потерял. Ладно. Где баннеры? Баннеры? Да, я забыл день. Ты про имеешь в виду татру с читами эти? Нет, все, я уже нашел. А, подожди, я сейчас тоже точно найду. Бро. Ну что? Сейчас. Последнюю вещь осталось сделать. Взяну. Вот. Окей. В принципе, я готов. 3, 2, 1. Погнали. Чё, где? Баду-баду-бабу-бабу-бабу-бабу-бабу-бабу-бабу-бабу. Сколько ещё осталось? 4 минуты 10 секунд. Еще много. Я могу не спешить. А вот я уже спешу. Где? Опять не механизм, связанный с поршнями. Давай. Спидран. Где? Я потерял то, что искал. Не нашел то, что искал. Вау. Половина времени осталось.
Ну это жестко. Очень. Окей. Ебой. Осталось только. Что-то одно. 39, все окей. Не подарись там. Угу. Что ты там спавнишь? Не знаю. Время вышло. Давай я тебя теперь первый проверю. Давай. Так, два раза ты ее проверял. Это жестоко. Окей, тут у нас зомби и... Это гильотина. Вау. Страшно. И вот. Дроп? Эти? Угу. А. Памяти зомби. Ладно. А у тебя? Ой, дождь пошел. Дождь пошел. У тебя тоже тут зомби смотрят. Да. Ну я постарал. Да. Отправляемся в путешествие. Я найду выход. А уже все, похоже, не вер, нельзя вернуть. Включи выживание. А, ты хочешь умереть? Да. Понял. Причем красиво. Давай. О нет, меня атакует. На. Ты умер? Да. Уже быстро. Сейчас. Так, вот эту постройку я пытался не особо хочется убирать, потому что она большая. А теперь... Ой. Так. Ну тогда я отдельно тоже. А теперь 10 минут. Самое крутое. 10 минут, это уже вот сейчас реально будет круто. А не только 10 минут, а то минуты и 5 минут, а сейчас будет уже 10, никто так не ел. Не так. У меня такая идея появилась, зашибись. That's... У меня просто зашибительная идея, вау. Ты хочешь, что хочешь. Ну ты не представляешь, но делаю не буду дома уже. Ну еще я не готов. Украшения, мне еще добавить декор. Окей. Да, надо проверить, работает. А, пока нет.
А если вот так? Да ну. Так, чё? А, понял, там здесь. Что такое? Подожди. В смысле? Типа... Что такое? Да хотел маяк сделать. Ладно. Ты готов? Сейчас. А, я ищу потанец. Я потом остался. А... Ну, ладно, да, я готов. На старт... Блин, сейчас. Давайте, на старт, внимание. Марш! Let's do it! Я забыл один предмет взять. Ну ладно, сейчас быстро возьму. Таз. Жду. Так, пауза. Предмет. Окей, сейчас, хорошо. Все. Я просто забыл взять. Извиняюсь. Я извиняюсь, это моя вина. Да блин. Угу. Понял. Что понял? Я тут одну такую придумал идею. Она будет так веселой, можно сказать. Реально веселая. Какой-нибудь скример? Не знаю. Уда-буда, ха-ха. Хэллоуин, конечно, не наш праздник, ребята, но мы решили так строить, поэтому извиняюсь. То есть мы извиняемся. Но идеи было парочку, но они не такие интересные. Да. Не такие атмосферные. Угу. Чё, так, попробую. Окей, нормально. В смысле, уже так много времени прошло? Блин. Ай, ладно, я не успею. Да я, возможно, тоже. Сейчас, извиняюсь, потом пауза. Все, продолжаем. Так, Некит, у тебя там пастор, это, надеюсь, элитая будет? Времени много, правда, у меня тут тоже особо мало. Вообще, я тебе что-то даже твое имя не вижу, не знаю. А, серьезно? Да, у меня есть три платформы.
Понял. Пять минут 50 секунд. Нет, все спор 5. Ой. Окей. Ну, скажем так, великая. У меня, можно сказать, связано с ужасами. Три минуты 17 секунд. Не успеешь? А я думаю, что успею.
2 минуты 15 секунд. Да, блин. Так, нет, я передумал. А, проблемы. Блин. Ух ты ж. У меня проблемы. Ты посмотри на нашу эту стену тороть, посмотри. Это я задел динамитом случайно. Я просто одну вещь хотел проверить. Она работает, но я случайно забыл то, что я проверяю. На неё, блин. Ладно, тогда. Сейчас. 30 секунд. 30? Да. Так, все. Блин, я забыл только одну вещь добавить. А, я опоздаю чуть-чуть. Окей? Окей. Блин. Так, я потачу чуть-чуть. То, что сделаю. Я забыл одну вещь, хочу по приколу сделать, то это было.
Да чтоб тебя! А я сейчас тоже все. Сейчас мне осталось последнего сделать. С опозданием, конечно, но ничего страшного. И сейчас, подожди, узнаешь. Да блин, где это? Все, я у тебя первый проверяю, окей? Вот и ты. Я тебя вижу. И вот моя статуя. Бесконечная статуя. Вход там. Окей. Да, та жизнь мне что-то это напоминает. Ты, по-моему, его сделал из какого-то фильма, нет, случайно? Из какого же? Фредди Фазбер? А, жалко. Похоже просто. Это вообще как будто газ. Окей. Ну, прикольно. А теперь пошли у меня. Сейчас. Вот здесь, сюда. На, держи вода. Нет, кто ты можешь... Подожди, не татайся. Ты потасадись, но не татайся сейчас. Я буду... Сейчас. Все, теперь можешь. Придется по-новому сейчас поставлю.
Сломал, что ли? Окей. Давай. Давай, давай, куда? Чё, куда? Застрял? Да, сейчас уже еду. О, скорость, 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 я вижу, скорость, давай. И теперь реста вверх. Посмотри внимательно, кто там. Динамит. Ну и... Где баг? Да ты не наступил. Давай еще раз прототип. Знаешь, вроде при это статуе не взрывается. Так, да, вот. Сейчас с нуля. Будет намного веселее. Обычного до них-то поставь, то ли ты окей. Окей. Да динамит! Ты чего? Я еду за ней. Динамит не нужен, я имею в виду. Да, почему она не едет в этом? Hello. Пакета, пакета. Давай заново. Нет. Да давай без динамита. Сам что, не хочешь наступить? Да вместе с динамитом хочу. А нельзя вместе с динамитом. Ты с ним сталкиваешься. Да, нет. Ну-ка. И после этого сразу туда полечу. Где он? А все, его нету. Не надо. Давай вместе поехали. Ладно. Только без динамита уже. Да без динамита! Да без динамита! Я пошел вот это. Израсходовать сейчас я буду. Где там динамит? А ты просто стоишь на месте. Да, просто стою на месте. Засрял? Не понял. Ты че? Ты обалдел? На, на. Братья, братья. Все это процедура. В смысле? Давай, давай. Я так делал, я так делал. Нет. 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 Нет, 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 нет. Да. Да это же весело. Вместе с динамитом я приеду. Ну ты назад. Да ты давай. Хватит их ставить. Нет. Три. Нет, ты что, обалдел, что ли? Это было близко. Это было очень близко. Все, короче, я ставлю. Да ты надоел, что динамиты. Они едут. Я знаю. Ага, а ты наверх, да? А ты наверх, да? А ты наверх. Ты... Так, сейчас. Почему они не взрываются, когда врезаются в объект? Сейчас проверим. Даже не знаю. Короче, я сам сейчас проточусь, а ты... Да. Бра. Я на стол поехал.
О, все сломал. Все, да. Это. Дай поставить. Окей. Нет! Эй. А почему не взрываем? Потому что понял. Ты убрал взрывы, что ли? Провода не в то с динамиком двойным. Все, я еду. Я быстрый. А все сломалось, блин. Я же думал, что он по идее должен проехать по динамиту, а не взорвать один. Не, вообще он должен типа при ударе взрываться, но что-то не то. Чё-то не... Он не взрывается при ударе, он... А... Чё? Да, он работает так. Сейчас попробую разогнать угонет туда. Даже не знаю, до скольки. Окей. Толь Джава работает. Дай проеду. В смысле? Не работает. Блин. Чё? Не Дальчик. Ха-ха. Там сейчас написано «Подпишись». Там написано «Бу». О, «Бу». Не, ну был провал. А на другой стороне почему «Подпишись» написано? В смысле? Да не обманывай. Видишь, серая кнопка «Подписаться». А, вижу, да. Кто-то подписался. Она не должна быть красной, она должна быть всегда серой. Самое интересное, что здесь я написал «Бу», а с таких-то пор тут «Подпишись», так это понимать. Не знаю. О, Майнтрав знает, что это мой тонал, кстати говоря, притол. Прикол. Не, реально, табличку с двумя сторонами нереально. Реально. В смысле? Херабрина призываем, я вижу. Сейчас. Вспомню, как этот тотем делать. Спектрал, Майнтрафта, поехали. Так, сверху. Сверху, да. Где это яйцо тупое? Вот оно. Все. Рубрика продвигалась. Ага. Да, ребята, мы сначала обновление, что дверь, что не знаю. Бьем. И ставим. Я не знаю, зачем я делаю. За что я делал с моей жизнью? О, херубрин. Призываем херубрина. Где гром да молния? Бабах. Нет, это слишком будет топ-то. Маскин поменялся? Подожди. Так, нету бот. Вот он. Да, у тебя алиц теперь, а чё? Вообще-то у меня вот это должно... А сейчас?
Да в смысле? Ты теперь пацан. Что это было? Не получится превратиться в тебя. Сейчас все разломаю. Бах-бах. Мы и сушители, они объединили. Да. И пусть эти сушители дерутся, знаешь, с кем? Знаешь, с кем? С Варденом. Вот так вот. Слишком много. Все, они дерутся, битва. Давай. Кто выберет? Бах-бах, вот так вот, давайте. Выберем. А, все, если что-то победились, так же. А, нет, один остался. А, два остался. Они просто ушли далеко. Минус один из сушителей, по-моему, да? Да, минус один из сушителей. Эти все пацаны держатся. Да? Окей. Что ли мы дерутся с этими слизняками? Нет, а чё? Чё? Ну? 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 Ну?
А смысл здесь? Я не думаю, что ты это сделаешь. Я сюда приду, он сломан. Вот мой дом, он тоже наполовину сломан. Портал до сих пор жив, что сделаешь? Понятно. Я пойду в порт. Это был портал. Ну, если бы день и ночь, то тогда машина времени будет подействовать. Это было можно построить здесь. Я проверял, бетрот он работает. Да. Я думаю, пора заканчивать. Почти час уже выйдет здесь. В принципе, достаточно уже строить. Почему твой призрак храбрины до сих пор не сломали? А, ты строишь его что-то? Ну? Подожди, а ты... А, господи, у тебя джетпак, я думаю. Надо просто бутараться. Ничего себе, много снежков и таз медвитов, стой горе. Но этого недостаточно. Нужно больше! Больше снеговиков! Больше! Могилу никто не тронул. Посмотри. Да, я видел. Мне такая немножко... Всего лишь чуть-чуть поломала. Бах. Видимо, будем проходить летом комплекс. Бах. Я победил. Ты что делаешь? Вроде обратно. Режим сложности. Бах. Я всё, их не надо съесть, чтобы было. Поэтому я вырубил их, чтобы монитор не заедал. Тато режим сложности, это был этот. Нормальный, вроде бы. Тут ещё один виза. В смысле в прямом? То есть... Вот. А, господи, его не... А, не, уничтожен уже, всё. Он взрывается, бах. Спектаторе. Бах. Мне это делать специально, чтобы у тебя лагало. Ах ты ж, ах ты ж, ах ты ж. Ты чё? Ну ты чё? Ну ладно, я тоже буду. Справится ли столько големов против? Против меня? Конечно, справлюсь, смотри. Я пью, видишь? Я сейчас тоже два попью. Ты что, на воду справлюсь? Ты офигел? Ах, ты ж читер. Ты читер. Тогда я вот так сделаю. Пью! Будет продолжать лагать. Знаешь почему? Не, если у меня чуть-чуть отлагалось, если честно.
Дуэлем на твоем доме. Бах. Структурный блок. Вот. Можно. Окей. Вот не тот структурный блок, который прозрачный, а тот, который специальный. Да. Попробуем. Сейчас. Прозрачный. Нет. Не прозрачный. А, то есть можно пройти. Я даже понял, про что ты говоришь. Структура void. Void? Да, вот это прозрачный этот раз. А, значит, структура блок. Подожди, сейчас, где там я? Вот он. That's. Смотри. Выбрасывай. Да. Так, сейчас покажите фокус. Да, структурный блок, это у нас там, я уже забыл, что надо делать. А, я не могу его поставить, потому что я... Ты в режиме... Включи мне команду оператора, используй топ-команду оператора, короче. Понял. Все, ты оператор. Могу. О, вижу, вижу, вижу. Топирование, топирование. Сейчас скопируем кое-что. Что ты хочешь скопировать? Нет, на поверхности. Я тоже хочу попробовать. Предметы, серьезно? Блин! У тебя же лагает? Да нет. Блин, структурный блок. Попробуй где? Я не могу. Структурный или так там называется? Да, структурный блок. У тебя FPS не провисает? Угу. Понял. Не подбирай. Серьезно, не крашилось? Нет. Ну давай-ка выбрасывай, я хочу это увидеть. Бра. Все уместились, ничего себе. Давай, больше. Бем изображаю. Да, мне тоже структурный блок хочу попользоваться. Все. На, поиграйся. Да, поиграй. Ой, 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 ой. Так. Окей. Если ты выйдешь и зайдешь, тебя просто крашнет хорошенько. Так, подальше отойду. Что если минус 5? Вам. Я уже здесь флаг Украины. Тат, меня ладает. Что там сделал? Опять, серьезно? Да ну а. Ha ha.
что происходит у меня? Но у меня тут особая камера видит тебя. Сейчас. Ты на меня посмотри, ты не через блот. А, все, привет, пропали. Аня, они есть. Помоги. Дай мне попользоваться, да подожди. Блин, тац. А, ты что делаешь? Тац. Затопление. Удалить блоки. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ну все. Бай-бай, гейм. Я забираю предметы. Ты что, специальник, что ли, кинул? Ты надоех. А все, у меня FPS 2. 2 FPS. Если перезайдешь, там 100 мегабайт будет на памяти. Я не могу выйти. Нет, я вам присмотрю. Я могу на кнопку сбросить, нажать, попытаться. И спасти этот мир. Тыщ. О! Я убил всех этих, и все. Опять все хорошо стало. И этих тоже нет. Ой-ой-ой. Много топирования. Ну, задрузить. Задрузить это что делает, напомни. Типа загрузка. Загрузка чего? Ну, типа дюб вот такой вот. А. Господи. Все, допустим, вот так. В смысле? Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ты надоел! Ты надоел! Надоел! Оба. Это что, блин, за... Ой, то есть... Сорян. Я не могу загрузить. Я тебя сейчас забаню. Не сможешь. Вот сюда, ты оператор. Я тоже оператор. Оператор не могу забанить оператора. Ты... Нажал. Так пользоваться этим пазлом. Я до сих пор не понимаю. Я скажу, у меня ничего не работает. У меня все работает. Ты меня обманываешь. Но у меня зажигалка не работает. Да ты! У меня блок пазла не работает. Ну это не мои проблемы. А на это не могу зайти. Ха-ха. Ты что, на спавне столько много? Нет, ты что? Значит, сервер пролагивает.
А я тоже не могу зайти в инвентарь. Ну всё, мы тут навечно застряли. Но я могу ставить блоки. Походу, если что, ноду задрузил. Это я, если что, ноду задрузил, а не ты. Это я загружил тоже. Ну я тоже. Мы оба загружили. И чё? Я всегда загрузил. Да ты что? Что ты говоришь? А можно ты перестанешь быть злодеем ПЖ? Класс. Я хочу взорвать динамит, он пропадает. А ты у меня стоишь. Ты у меня тоже стоишь. Ты у меня тоже стоишь. Походу у нас сервер пролодал. Короче, у нас сейчас Майнкрафт выйдет. Нет, он будет стоять вечно, пока мы не перезайдем. Да, думаю, перезайти — это хорошее время. Обидно. Окей. Мы сломали мои... Да, зараз. Может быть, что-нибудь? Дай. Запись у меня хорошая. Запись у меня хорошо идет. А ты не очень. Алло. Ержан, вставай. Алло. Блин, блин. Смотри. Я вижу, ты у меня стоишь. И я у тебя стою. Я тебя вообще убрал, все. Вау. Ну все. Я думаю, пора затанчивать. Включи выживание, попробуй. У меня инвентарь! Да чтоб тебе... Чтоб ты сдох, Майнкрафт. Майнкрафт не отвечает. Все! А у меня все в Майнкрафт трашнулся. Зашибись. Ты летаешь? А, все, ты не можешь уйти. Короче, все, ребят, заканчиваем. Вот такое видео про Майнкрафт 10 секунд. Даже продали. Ну, на этом все. Всем удачи, всем пока, мы дебилы.